Оползни продолжают уничтожать побережье Одессы. В микрорайоне Черноморка, что на окраине города, сдвиг грунта уничтожил спуск к морю и часть пляжа. По словам общественников, под угрозой оказались прибрежные постройки. Известный одесский активист Руслан Балдижар на своей страничке в Facebook сообщает: «В Черноморке обвалился склон практически вдоль всего пляжа. Пока дома сверху не свалились, но пошли трещинами. Кто может, делает стихийное укрепление. Это, по сути, единственный общественный пляж на Черноморке, расположенный у моря вдоль проспекта Свободы, где дорога проспекта поворачивает на Черноморск, к Савиньон. Дело в том, что по прогнозам вот-вот могут начаться, а точнее продолжатся оползни, причем уже более серьезные. Просто, как говорится, нужен ливень или активное движение подпочвенных вод. Да и кстати, оползни – это еще ерунда, вы не представляете, какой пойдет реакция населения. Эксперты считают, что не только Черноморка, а практически все побережье подвержено разрушительным процессам. Сейчас оползни, которые мы наблюдаем, это уже результат деградации вот тех инженерных берегозащитных сооружений, которые сооружались в 60-х годах, и результат, конечно же, строительства побережья, застройки высотной застройки побережья. Все это приводит к тому, что повышается уровень грунтовых вод. В конечном итоге, вот когда весенние дожди идут или осенние ливни, возможно, уже сейчас мы видим, что возможны достаточно серьезные массивные такие сходы грунта. Также новые оползни были замечены на трассе Здоровья недалеко от Аркадии, на 10-й станции Большого Фонтана. Также сползает Суворовская аллея в парке имени Шевченко и склон под бульваром Жванецкого.